Сегодня, чтобы попасть на гастрономическую экскурсию по Северу и Дальнему Востоку, не обязательно лететь в самые отдаленные края нашей страны. В Барнауле открылась выставка деликатесов Севера и Камчатки. Белорыбица, чевыча, нельма, ленский омуль, тунец и не только. Здесь же якутская юкола, балыки, филе, стейки, рулеты. Рыбу такого качества не встретить даже в столичных магазинах. На выставке в широком ассортименте представлена красная и черная икра. В первые дни работы ярмарки сотни барнаульцев оценили вкус настоящих курильских консерв, магаданских креветок и дальневосточных полуфабрикатов. Торопитесь, выставка будет работать до 19 января включительно на третьем этаже торгового центра «Пионер».